Но не пирожки, а чебуречки в смысле, да, такие вот получаются. Вот, а с помощью вот такой вот формы. Так, сейчас я вам покажу. Артикул 115-87, это форма Фаберлик. Нам стало очень интересно попробовать. И мы решили их испечь. Да, то есть вот получается такой вот тут узорчик, но когда жарим, он немножечко исчезает, да, то есть, ну, не такой вот прям ровный, да, то есть вот тут вот, видите, видно немножечко краешки. А ты сильно прижимала, Надь? Нет. Не сильно? Вот лежит и лежит. Угу. Да. Ну, давайте будем пробовать. У нас тут тесто, фаршик. Всем привет! Очень нравится что-нибудь. Да, очень удобно. Мы так-то, по идее, это форма для пирожков, но и чебуреки подходят. Очень даже здорово. Так, бабац. Лишнее обратно. И вот такая красотулька получается. Да, в принципе, здорово. Да? Смотрите, какой хорошенький. Да, на нашей сковородке жарим Фаберлик. Сковородка тоже очень понравилась. Единственное, что есть у нее недостаток, она без крышки. Хотелось бы, чтобы было с крышкой. Да, эта формочка, она очень классная. Мне безумно понравилась. Есть еще вторая формочка. Есть еще вторая формочка, но пока что вот решили эту испытать. Вторую испытаем потом. Вот, до Ютуба, наверное, видео уже не дойдет. Да, ну вот смотрите, он немножечко остается, да, но как бы все равно исчезает. Вот уже на готовых, на остывших, которые можно взять в руку, узорчик есть, но не сильный. Как? При защипах вручную. А, ну да, при защипах вручную распадываются обычные чебуречки немножко, а тут, видите, прям очень так, прям стойко, да, вот смотрите, это вручную, наверное, да? Вот видите, это вручную мы делали, вот это вот, и видно, что вот надо вилкой чем-то зажимать, да, посильнее, так просто не получается, вот. Зато дошла до друзей ВКонтакте, да, Наташа? Да, видите, как бы это. А тут уже, когда вот сам чебуречек, да, делается через зажим, то вообще здорово, классно. Он даже, видите, вот этот вот надулся, но не лопнул. Вот это классно, конечно, зажим очень хорошо работает. Да, единственное, что узорчик бы такой поинтенсивнее, да, для того, чтобы... Видно было узор уже на зажаренном изделии, потому что тут как-то вот маловато, мне кажется. Это первые. Да. Ну, это самый-самый наш первый. А тут, смотрите, уже лучше был. Это ты сильнее надавила, да? Да, во. Тесто больше взяла. Да, если больше. Взять больше теста и надавить сильнее, то узорчик остается. Дашенька, привет, солнце. Наташа, привет. Обе Наташи. Ой, у нас три Наташи. Загадывайте желание. Мы так по домашней еде соскучились. Это ж вообще. Что только не готовим. Еще запеканку вчерашнюю не доели. Вот. Ну что ж, всем пока. Делается вообще суперски. И смотрите, тут как торчит. Да, мяско тут вот, видите, как бы остается, не мнется. Вообще здорово. Да, я уже загадала, конечно, что ты думаешь. Я очень даже шустрая. О, жратва. Наша. Наша, не дадим. Ага. Ну, в общем, форма протестирована. Я вам могу сказать, стоит копейки. Можно взять штуки две, чтобы делать на две руки с кем-то, да? Но вдвоем, в смысле, что болтаем, делаем, прикольно. Но, вот вы знаете, очень понравилось.
классная формочка, намного быстрее, ничего не лопается, ничего не протекает. А когда уже получили практику делания чебуреков, у нас получилось так, что мы уже научились делать с узорчиком, да, то есть вот это вручную, да, я вам показывала, как вручную и как с узорчиком очень красиво получаются уже такие чебуречки, да, ну, разница есть, и вот как раз вот это место, оно такое тоненькое получается, вот тут вот видите, это вручную, а это уже с нашими, да, с нашей вот штукой для пирожков, забыла, формой, да, и с формой уже лучше получается, вот так вот. Бедные мужики, Антон уже ходит, живот потирает, да. Вот. Ну что, все, всем пока. Тут у Вики супчик еще у нас сварен. Капуста есть. Мяско. Ну все, всем пока. Не буду мужчин расстраивать, а то уже заматерились. Почитаю. Я не могу это вслух прочитать. Суки, я тут сковороду. Ну все, всем пока. Даже Вику научу говорить.